Свадьба будет роскошная. И вот ты стоишь на пороге важнейшего события в жизни. Но всегда помни, ты не одинока. Кажется, мы не знакомы, я Сара. Найлс. Привет. Привет. Класс. Какого хрена тут происходит? Беги, кролик, беги. Найлс? Не заходи сюда! Что за хрень? Свадьба будет роскошная. Денек проходит? Вчера, сегодня, завтра. Одна фигня. Ты! Что тут происходит? А ну, вылезай из воды! Зашла, значит, в пещеру. Мы во временной петле. Может, ты о такой слышала? Может, я о такой слышала? Ну да. Как только ты засыпаешь, день начинается заново. Я доехала до своего дома в Остине. А проснулась опять здесь. Я как-то накурился химии и добрался до экваториальной Гвинеи. Только время зря потратил. Ну и зачем тогда жить? У нас просто нет другого выбора. Нет, я точно отсюда выберусь. Ну, как знаешь. До завтра! И что нам теперь делать? Смириться с тем, что все бессмысленно. Ты тут спал с кем-нибудь? Отличный вопрос. Спал, но пришлось заморочиться. Можно пристроиться? Это наш первый танец. То есть нельзя? Неужели не сработало? Будем прожигать жизнь. С ума сойти! А не хочешь слегка припудрить носик? Видишь, живчик? У него в кармане сладенькое. Точняк! Есть! Мне надоело просыпаться здесь. Все, что мы делаем, бессмысленно. Надеюсь, не все бессмысленно. Вы можете друг за друга держаться. Хуже нет застрять тут одному. Стойте! В торте бомба! Без паники! Я подрабатывал сапером! Ложись! Свадьба будет роскошная.